Иди сюда. Угу. Так, мне вот интересно, что у нас сейчас происходит тут с покраской, что это такое и зачем? Значит, смотрите, это у нас металлический каркас, несущая конструкция всего нашего дома. Угу. Вот. Она как бы силовой каркас, который все это дело, собственно говоря, держит и несет. Красим для того, чтобы не ржавело, естественно. А это чем покрашено? Это специальная краска, там 3-1, которая прямо на ржавчину, это называется сейчас. Вот, которая... Короче говоря, не дают где-то железу греметь. Угу. Основная задача сейчас мы здесь проводить, то есть последовательности как. Сегодня привезу стены, мы, я думаю, за пару дней станет стены теплыми и так далее. А вот здесь у нас эти панели будут опираться вот на этот пояс. Угу. Вот. И крепиться, фиксироваться к несущему каркасу. Угу. После этого сделаем кровлю. Угу. И потом уже дальше займемся всем остальным. Потому что погода такая, что тут следующая неделя, вроде я посмотрел, солнышко. Да, и отлично. Хотелось бы на следующую неделю уйти под крышу и найти в тепло. То есть деревянный каркас здесь не будет добавляться еще в Нет, стены? Нет, будет усиление, оно как бы, ну, перегородки сами, они когда встанут, вот, они самое будут являться несущими конструкциями. Ну, то есть несущими, там, слегка подпорки. То есть угу. Здесь у нас везде встанут перегородки. Вот. Так и так. О, уже можно по дому походить, можно сказать. Да, уже можно будет ходить по дому, уже по второму этажу можно ходить. Так, у нас выводы здесь уже готовы, я так понимаю, все. Это у нас что здесь? Это канализация под трафики. Так, там что? То же самое. То есть у нас там же помещение, здесь два трапа, здесь по одному. Угу. То есть вся вода, которая там, ну, помыть, все туда. Здесь у нас пойдут все коммуникации в коридоре. Угу. Ну, теплые полы здесь. Вот. И я так понимаю, сейчас зазол, который есть, заделает это железо. Это стенка. Это стенка, и дальше поедет просто крыша. Да, у нас какая высота там стены получается вот это сейчас? 3,5 метра. Нормально. На самом деле большое помещение. На стрелке у нас будет, ну, грубо ориентировочно, 4 метра высота конька, плюс 2,5, 4 плюс 2,5, вообще 6,5 метра. Угу. Так, а с сепчиком у нас сейчас что? Сепчик у нас за клубом, готов к работе. Вот, положили туда еще, так сказать, отвелись эти грузы, положим сверху, еще дополнительные. Угу. Грузы работают для того, чтобы когда сепчик откачивают, угу. учитывая здесь, что он сотворится, вот бывает, что он всплывает. А. Поэтому не хотелось здесь лежат бы. Внизу две бетонные чушки уже лежат. Угу. Вот, я привез вам еще две бетонные чушки, там валяются. Мы еще их привяжем сюда, и закопаем, то есть еще дополнительно пригрузим. Угу. А что лежит у нас? Это ЦСП. ЦСП, цементно-стружечная да. плита. Угу. Ее, по идее, и ни крыски, ни мышки не прогрызут. Да. В ней будут те самые дырки, на нее вот так вот пойдут эти самые поперечные лаги, 6-метровые полы. Вот. Я просто хотел сначала с пола начать, потом понял, что с такой погодой работы не будет. Поэтому лучше лучше сразу под крышу. Залез под крышу, да. А какой здесь профиль используется? Здесь используется профиль 60 на 60. Ага, а эти... Это укосины. Укосины, да. Для жесткости. А они какого размера? 20 на 40. 20 на 40. Ну, в общем... Здесь больших усилий не надо. Он такой смотрит, валяется такой, да-да-да. Ему вообще теперь весело здесь наблюдать. Ну да, смотри, он не нервничает, он успокоился. Да, он уже просто привык, что здесь постоянная движуха какая-то. Ему интересно. Здесь у нас все газы будут уходить. Где? Ну, газ. А, все вижу. Газ, вода, электричество. Вот. Угу. Здесь... Я хочу сделать. Ну, здесь пойдет лестница отсюда. Вот так вот. Эту штучку мы срежем. Угу. Так, отрежем кусочек, так сказать, здесь у нас пойдет еще одна балочка, это ляжется сюда.
Угу. Здесь как раз у нас в этом проеме будет как бы не будет. Угу, поняла. Здесь, на этой стенке, будут все коммуникации. То есть я все сюда подтащу. Угу. Котел, бойлер, угу. Все здесь. Ну, это будет лучше видно, когда уже встанет. В принципе, мысль какая еще у меня появилась, что вот дверь здесь не делать, а все-таки вторую дверь в это помещение сделать отсюда. А почему отсюда? Ну, потому что здесь выходим, лестница. А, для симметрии, ну и для симметрии. Нет, не для симметрии. Дверь открывается, будет биться об лестницу. А, поняла. Ну, это вот. Не принципиально, поэтому да. Можно и сюда все это дело пихнуть. Угу. Какой прекрасный вид у меня открывается из окна. Можно не выходить пока. Да, что у меня ребенок дома сейчас, не могу отойти. А, вот, завезли СИП-панели. Как вы видите, дом будет обшиваться СИП-панелями, потом вагонкой. Решили так попробовать. То есть здесь каркас металл, потом обшивка СИП-панелями, потом вагонкой. Очень хорошо, он будет такой устойчивый довольно-таки. И вот сейчас ребята занимаются, хотят на этой неделе, потому что обещаются солнышку идти под крышу, потому что потом лучше уже, когда начнутся дожди и все остальное, будет под крышей внутри все делать. Перекрытие деревянное, вон видно дерево, оно уже обработано, оно приехало уже обработанное. В этот раз я решила сделать так, да, оно дороже, но в прошлый раз я больше денег потратила, чтобы просушивать. Это было ужасно. Чудовищная влага стоит, поэтому мы взяли уже обработанное дерево, лишь времени тратить. Вон куча-куча еще панелей. Так что домик уже приобретает такой прям вид дома, так сказать. Красота. Кот, как стройка идет, а? Расскажи. Все контролируешь? Тут шумят так, а ты прям все контролируешь? Не страшно тебе, кот? Пум. Иди сюда. Подойди ко мне. Ну, не дуркуй. Давай, подойди. У меня ребенок на руках, я не могу бегать. Иди сюда. А? Вот такая красота. Многие дом делаются из СИП-панелей. На моем опыте. У меня первый раз с ними опыт. В общем, я попробую по-разному дома чисто построить. Из СИП-панелей полностью каркасные. По 12 мм каждая СБшка и 150 утепления. Естественно, здесь будет нормальная вентиляция сделана. Так, здесь проемы у нас оставлены под окна, которые будут до пола. Могу уже показать размеры некоторых вольеров. Вот здесь будет самый большой. Вот он весь. Я сейчас не вспомню, как там на камеру размеры. Вот это все будет один вольер. Теплый. Но это под какую-нибудь кошку, там, не знаю, более крупную будет рассчитано. Понятное дело, что не под то, что я сейчас планирую из мелких. То есть даже бобкэтом это слишком будет. Пока что непонятно, но здесь очень много. Еще плюс прогулка. А дальше вот здесь более маленькие будут вольеры. Но самые маленькие будут сделаны в конце, крайние два. У них помещение будет 2 на 2. Они сделаны специально маленькие. Это будет для кошек, которые там должны родители что-то еще сделать. То есть для отсидки. Или, например, такая ситуация, как вот с Симбой, с лапой, туда отселить, чтобы меньше была подвижность. Вот, а остальные будут побольше. Всего планировала 9, но будет 7. Я решила по размеру немножко по-другому переиграть. Крыша еще не сделана, но уже скоро. Завтра ребята отдыхают, а так скоро они уйдут уже под крышу. И тут будет панорамное окно большое, треугольное. Пумыч. Собаки, сейчас пойдем гулять. Сейчас пойдем гулять, да, маленькие мои. Коты. Анита, Нита, как у тебя дела? Тоже хочешь гулять, но видишь, стройка, сейчас вообще никак. Потому что участок не полностью закрыт, застройки все равно не боюсь так их выпускать. Так, ну, а дом тем временем уже обретает совсем видимые формы. Хотя мне бригадир сказал, что рабочих сегодня будет выходной, но, видимо, они решили по-другому. Сейчас покажу вам дом, пойду гулять с собаками. Потихонечку обретает все свои формы. Уже более понятны размеры. Второй этаж уже пришли делать. А кто-то переживал по поводу сварки. Для сварки именно важных
мест, так сказать. Приезжал даже специально отдельный человек. Вызывали его, чтобы все точно было наверняка хорошо. Класс. Скоро можно... А, вот здесь уже так можно встать в уголочке и ничего не продавает. Кун, как тебе стройка? Ты все контролируешь? Ты молодец. Скоро появится крыша. Так радостно вообще. Быстро так. Это, наверное, самая кайфовая стройка за все время у меня, потому что я только прихожу, периодически снимаю, смотрю, что происходит, но не езжу в строительные магазины, как это было с предыдущими домами. Ничего такого не делаю. Я вот реально получаю наслаждение от стройки. Чё, Кун, не получается толстоват чуть-чуть, да? Чуть-чуть не получается. Солнышко на улице. Пумяка? Пумский, да, Пумский контролирует. Вообще уже не боится, ребят, что здесь происходит. Сверлят, пилят, вообще все равно. Кот контролирует. Ну и этот кот контролирует. Мя, да, мя. Ну что, котик, нравится тебе? Я в перчатках, значит, пошла собралась убираться у кошек. Нравится тебе, да? Да, нравится коту. Пойдем убираться. Просили собак не жручими показать. Сейчас мы собираемся на прогулку. Собаки-бобяки? Да, Манечка. Да подождите вы, я не успеваю. Давай. Манечка. Манечка. Манюня. Манюня-нюня. Вот, сейчас пойдем. Да? Ребенка соберу и пойдем. Пум. Противостояние Пума и Куна. Пум, у тебя еще Новый год? Елочка уже сохнуть начала.